Здравствуйте, в эфире студия «Репортер», меня зовут Анастасия Левкович. Очень скоро в Одессе пройдет марш за права животных, это будет 15 октября, мы об этом говорили еще вчера. А вот сегодня мы поговорим о том, какие лозунги в основном будут выдвигаться на этом марше. И одна из частей идейной программы марша за права животных – это законопроект 6598. Законопроект, который ужесточит наказание за неправомерное обращение с животными. И о том, какие наказания в итоге будут, как этот проект, законопроект будет приниматься, и что в итоге нас всех ожидает в графе обращения с животными, мы поговорим с зоозащитником Татьяной Волошиной. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вот я знаю, что год назад был депутатом Немировским, продвигался законопроект 5119 по защите животных. И вот сейчас мы имеем второй законопроект. Не успели один принять, сделать его законом, как уже второй появляется. Расскажите, в чем разница между первым и вторым законопроектами? Если вы помните и следили за продвижением этого проекта, наверное, знаете, что в законопроекте господина Немировского было всего лишь несколько позиций. Первая позиция – это была очень неплохая, о введении понятия «пересувной зверинец». Если бы и если эта позиция останется в этом законе о защите животных, не будет подвержена трансформации или изменению, а что такие уже как бы намеки на это существуют, тогда бы нам это позволило, в принципе, закрыть то, что мы называем цирком с животными. Потому что любое движение с животными к цирку, где производится шоу, это пересувные зверинец. Там достаточно много требований, которые, я практически уверена, мало кто из владельцев таких цирков будет выполнять. И что ждет цирки в будущем, если так это примут? Если примут наш законопроект, в законопроекте Немировского прописан пересувной зверинец. Если примут наш законопроект по циркам, конкретно у нас есть такая статья, где мы предлагаем не работать с животными с использованием огня, острых предметов, с использованием насилия. То есть это существенный шаг вперед, существенный. Ну, хорошо. Но дело в том, что цирки, они все-таки мигрирующая такая организация. Что в итоге ждет эти организации? Как им будут в будущем существовать? Как переезжать с одного города в другой? Я думаю, что было бы здорово, если бы цирки с животными исчезли как бы из нашей памяти даже, потому что практически в Европе практически все цивилизованные страны отказались от этого. Цирки существуют, но это акробаты, другие шоу интересные, ведь можно сделать шоу очень интересным и без цирка. Вот мы обсуждали с вашими коллегами ситуацию, которая сложилась в августе с тем, что лошадь, это Дерибасовская, потеряла сознание, и после этого горсовет инициировал создание комиссии. Так. Я знаю, что вы участвуете в этой комиссии. И вы делали, ну, не рейды, но проверки по многим знаменитым местам нашим, зоопарк, цирк, где содержатся животные, где очень часто вопросы возникают касательно их содержания. Расскажите немножечко о том, как вы инспектировали и какие результаты инспекции у вас есть. Когда мы проверяем цирки, например, дом Павловых, зоопарки, то мы руководствуемся специальными нормами. Существуют нормы, которые были изданы Министерством экологии. Приказ, если мне не изменяет память, 429, где четко прописано, где должно находиться животное. В вольере, в закрытом, в открытом. Вообще там дается прекрасное определение вольера. Четко прописано, сколько метров нужно на то или иное животное. И если те объекты, которые мы инспектируем, попадают в эти нормы, то мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что нарушения закона нет. Хотя бывают такие ситуации, что нормы соблюдаются, а нет, например, основного, например, содержания животных в вольере. Вольер – это часть природной территории. Хорошо, смотрите, если вы находите какие-то нарушения, мелкие, не мелкие, в том же, например, цирке, да?
Что в итоге вы можете сделать? Написать только жалобу или это может привести к чему-то более? Нет, мы это протоколируем. Этот протокол подписывается нами, членами комиссии, и представителем той организации, которую мы инспектируем. А далее мы эти документы будем передавать в Государственную экологическую инспекцию. Именно она и национальная полиция имеют право писать протоколы, предписания на предмет на тот случай, чтобы как раз изменить эту ситуацию, улучшить ее. А детские предприятия, учреждения, частные организации прошли проверку вашу? Или были какие-то где, ну, места, где все-таки очень много запретов было? Ну, я хочу... Запретов нет. Практически, если... Нарушений. Нарушений, вы знаете, ну, как вам сказать, например, если нет открытого вольера, а условия хорошие, все нормативы по метражу соблюдаются, по высоте, по воздухообмену, по прекрасному питанию животных, а открытого вольера нет, нет контакта с природой, как требует постановление, приказ 429 Минэкологии. Это хорошо или плохо? Мы считаем, что это нарушение закона, поэтому мы передаем материалы. Ну, вы же можете назвать каких-то откровенных двоечников проверки? Вы разрешите, я не буду это делать, потому что это... Да, давайте просто это будет еще обсуждаться, мы еще будем решать... Кому какие замечания делать? Хорошо. А отличники у вас были какие-то? Ну, совсем отличников не было. То есть везде нарушения? Везде есть какие-то нарушения, так или иначе есть нарушения. Скажите, а были ли, поступали ли к вам какие-то заявления от, может быть, неравнодушных граждан, которые говорили, пожалуйста, проверьте вот эту фирму или вот эту компанию, где вот откровенно нарушается права животных? Вы знаете, были обращения не в тот момент, когда создана была группа, а до того. Например, во многих торговых центрах есть так называемые уголки. Да. Это очень, с моей точки зрения, неинтересно для животных вещь, но во многих нормы соблюдены, там мы были, и вы говорите там об отличниках, есть у нас человек, ну, которому мало замечаний, это человек, который содержит лошадей, частный предприниматель, и вот к нему, эта женщина, к ней наименьшее количество замечаний. То есть, несмотря на то, что у нас был скандал с лошадьми, все-таки лошади остаются пока что более такие. Да, вы знаете, по лошадям много проблем, вы, наверное, знаете, вот выступала Вика Казаченко недавно. У нас не существует нормативов по времени, сколько животное должно находиться на улице. Это хорошо бы, если бы это был документ все-таки Минэкологии. Тогда это был обязательный к исполнению. Но если его пока нет, можно пока сделать документ по городу, который бы регулировал количество времени, которое животное находится на улице. Комиссия действует уже около месяца, я так понимаю. И вот скажите, ваша практическая деятельность, вот эти проверки, они как-то повлияли на то, что вы потом внесли в законопроект, создавая его? Ну, в данный момент пока нету, потому что законопроект, в принципе, создавался до того. А кто был автором? Реальным автором была Ассоциация зоозащитных организаций Украины, экологокультурный центр в городе Киеве. Господин Борейко Владимир Евгеньевич, это человек, который в свое время вместе с госпожой Тарнавской, это первым нашим зоозащитником, вы, наверное, слышали такую фамилию на Украине, это первые наши зоозащитники, которые написали тот самый проект закона, который приняли как закон о защите животных от жестокого обращения. Это их была идея, это и реализация, а затем мы постоянно улучшаем этот закон. В том числе законопроект Немировского, он какие-то позиции улучшает, и, естественно, законопроект 6598, который мы сейчас продвигаем. То есть я так понимаю, что вы поэтапно, чтобы не сразу грузить, вы потихонечку... Безусловно. Понимаете, когда нам иногда предлагают, вот я говорю о статье 20, исключить из притравочных станций всех хребетных. Идея сама по себе очень прекрасная, потому что почему мы должны исключить медведя и волка, они сейчас уже исключены, мы сейчас предлагаем исключить котов, собак, тёхов и барсуков. Почему только этих? Да потому что я уже говорила, что часть наших депутатов – это охотники. И если мы запретим притравочные станции, то уже есть
есть недовольство и есть протест против... Есть у нас такая организация «Союз охотников Украины», что-то в этом роде. Вот, ваши оппоненты. Да, наши оппоненты. И вот они на наших заседаниях уже сказали, что это невозможно, потому что охота – это часть народно-хозяйственного комплекса. И скажите, это, вот да. Вы сейчас законопроект этот создали, написали. Да. Какая его дальнейшая перспектива? Когда его начнут рассматривать? Вот его сейчас несколько подкорректировали после принятия законопроекта Немировского, то есть он превратился уже в часть закона нашего, и мы подкорректировали этот закон 65-98. Он уже обсуждался на экологической комиссии Верховной Рады, его приняли позитивно, и его будут регистрировать под тем же номером, может быть, уже вчера-сегодня зарегистрировали, и он уже пойдет в, ну, пойдет в работу, как мы говорим. Татьяна, вот по опыту принятия таких законопроектов, как по-вашему, существует ли в парламенте определенное антилобби по отношению к животным? Ну, с моей точки зрения, да. И какой это примерно процент? Мешает ли он принятию, откровенно мешает ли он принятию законопроектов в качестве закона? Безусловно. На одном из обсуждений нашего законопроекта, когда еще мы его не подавали, мы обсуждали вопрос о дельфинариях, о контактных зоопарках, о вот этих новых биопарках. Вы знаете, мы обсуждаем обычно это в Верховной... Есть помещение для подкомиссии. Помещение подкомиссии Верховной Рады, Рады по животным. Дзюблик был такой, у нас есть такой очень хороший народный депутат, с которым мы сотрудничаем, который является сопредседателем этой нашей подкомиссии. И обычно у нас маленький зал, там, где мы обсуждаем это за столом, и маленький зал, где может присутствовать любой человек. Тут можно прийти, взять с собой паспорт, зарегистрироваться, и вас впустят в этот зал, вы можете сидеть и слушать, что мы предлагаем. И тем не менее, всегда он пустой. И вот когда мы обсуждали вопросы о дельфинариях, о биопарках, о возможности каких-то хоть подвижек улучшения ситуации по дельфинариям, у нас был полный зал. Угу. Присутствовали владельцы дельфинария, владельцы этого биопарка, присутствовали какие-то научные работники, доктора наук, которые утверждали, что это необходимо, хотя бы переходный этап существования и лечения детей в дельфинариях. Понимаете, хотя, извините, я только два слова скажу. Мы предлагаем детям за большие, то есть не мы, владельцы дельфинариев, предлагают детям за большие деньги поплавать с дельфином, а продукты как бы метаболизма этих животных никто не учитывает. Это большие животные. Куда мы направляем наших детей? Это бизнес, это понятно. Татьяна, ну вот если возвращаться непосредственно к законопроекту, скажите, что нового, вот основные пункты, главные такие тезисные точки, которые он приносит в законодательство Украины касательно защиты прав животных? Ну, во-первых, мы имплементируем наши законы в европейское законодательство. Кроме того, многие статьи нашего закона, уже существующего, это прекрасные декларативные позиции. Это статья 18, 20, 21, 22, 23, 24, ну, это 25, 26. Это не важно. Да. Мы меняем 89-ю статью Админкодекса и все эти прекрасные декларируемые позиции, они попадают под административное наказание. Татьяна, вы же понимаете, что когда зритель слышит вот статья 89-35, он ничего не понимает. Вот на словах, что нового? Какие наказания ожидают тех, кто жестоко обращается с животными? Будут увеличены штрафы для тех, кто обижает животных по различным позициям. Эти штрафы будут существенно увеличены от 200 до 300, от 300 до 500 необлагаемых минимум. Представляете, что это? Это 3-400, 5-100 и так далее. Но я думаю, что человек, который занимается охотой, в том числе, и может себе позволить дорогое оружие, хорошую униформу, ему там 3000 гривен или не особо. Ну, вы понимаете, один раз не особо два, а если, понимаете, если будет постоянно, у нас будет шанс немножко продвигать эту позицию, например, в уголовный кодекс. То есть, по сути, у вас увеличиваются штрафы. Штрафы, это первое, по админкодексу. Да. Под админкодекс попадают те позиции, которые раньше не попадали. А какое-то уголовное наказание? Уголовное наказание мы ужесточаем слегка, ну как, слегка. За что и? За жестокое поведение животными. Эту позицию, определение жестокого отношения, мы ее расширяем. Вводим понятие калитства, вводим понятие телесной ушкоджения.
то, чего раньше не было. И за это можно сесть в тюрьму, например? Можно в тюрьму сесть от 3 до 5, от 5 до 8, это когда очень серьезно, и от 2 до 3, если не очень серьезно. Вы же понимаете, что в стране, в которой за убийство человека столько не дают, за убийство животных это, ну, спорно. Я с вами согласна, в этом у нас какой-то есть определенная, ну, такая определенная в какой-то степени неуверенность. Мы очень бы хотели, чтобы все эти позиции по 299 Уголовного кодекса остались, но дай бог, чтобы они остались, потому что есть наметки, есть определенные моменты, которые показывают на то, что администрация, в том числе президентская, пытается изменить те позиции позитивные, которые были в этом законопроекте вот по этим вещам. Я уверена, что несмотря на то, что будет несколько слушаний и чтений законопроекта 65-98, его все-таки примут. И мы сможем защитить и животных, и таким образом, в общем-то, присоединимся к европейским стандартам законодательства и права. Я напомню, что это была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Не переключайтесь.